побежали, дождь начинается. Ага, вот слушай. Вот и мой коттедж как раз, смотри. Слушай, твой коттедж давай. Уже, что ли? Ну да, это мой коттедж. Коттедж? От бабушки остался. Коттедж от бабушки. Да, ты что смеешься? Тут котел газовый, все. Котел? Стиральная машина у меня, кафель, вон, смотри, какой. Пойдем, я тебе спальню покажу. А это мое ложе. Так это какая-то... Опочивальня моя. Бабушкин какой-то вариант. Ну да, бабушкин. Я, ну, я, конечно, понимаю, вы актеры там у себя на киностудии странные, но до такой степени так жить, ну ты что? На киностудии? Ну ты говорил, что ты актер, работаешь на киностудии. Как тут какой-то бабушкин. Актер. Коттедж. Да в актером я работаю. И не как? На киностудии, а в театре в нашем, в кукольном. Ты чё? Чё? Ну вот эти вот, знаешь, там. Ты чё? Ты меня обманул, что ли? Почему? Я тебе говорю, что я... Ты сказала, так ты... Фу, я на тебя столько времени потратила. Чё ты, зачем? Пирожок, блядь. Иди нахрен, я на тебя столько времени потратила. Борщ, вот жизнь свой борщ, блядь. Там дождь идёт. Ты сказала, я бы лучше промокла, чем с тобой жить. Сам ночу. Нет.